Церемония перерезания ленты и фуршет для гостей. Именно так прошло торжественное открытие Сочи Медикал Центр по адресу село Веселое, улица Мира, 32. Команда нового центра планировала отпраздновать события с большим размахом, но ввиду событий в стране руководство учреждения, проявляя свою гражданскую позицию, сделало это скромно. Генеральный директор, будучи уроженцем Сочи, мечтал об открытии на родине медучреждения высшего уровня. В свой новый проект он вложил знания и опыт, приобретенные более чем за 16 лет работы в Голландии. Медицина должна быть доступна для всех, не только для людей, у кого есть финансы, но и у кого их нет. Так что мы сделали огромный мониторинг и сформировали ценовую политику, которая дает возможность для всех жителей. В четырехуровневом медцентре общей площадью 1500 квадратных метров оказываются амбулаторные медицинские услуги по 35 направлениям для взрослых и 25 для детей. Для всех посетителей организована большая бесплатная парковка на 50 мест. Недавно сюда переехали, и я искала действительно медицинский центр, который будет удобен по расположению, с парковкой. Вот. Но мне здесь нравится. Действительно, очень хорошие специалисты. Специально для жителей республики действует телефонная линия для звонков. Ее номер указан на ваших экранах. Для нас это очень удобно. Для жителей Абхазии мы очень долго ждали, следили за открытием центра. Нам очень удобно. В первую очередь это удобно тем, что здесь находятся очень квалифицированные врачи. Здесь работает дневной стационар, осуществляется выезд специалистов на дом, проводятся все виды лабораторной диагностики и функционирует радиологическое отделение. Мы обращались всей семьей в медицинский центр и остались очень довольны. И очень здорово, что в таком месте открылся медцентр такого уровня. Те специалисты, которые здесь находятся, это немаловажный фактор на сегодняшний день, который здесь в центре. Они здесь все есть, абсолютно все. Это говорит о многом. Сочи Медикал Центр как доступной среде для всех, каждый кабинет адаптирован под маломобильных граждан. А в помощь профессиональным врачам приобретено современное медицинское оборудование. И все для того, чтобы пациенты центра получали качественные медицинские услуги по доступным ценам. Оксана Витязь, Дарья Дмитриевна, «Время новостей».